О, это красная коробочка. Вы уже посмотрели это, просто я для вас снимаю. Ну что это за просто прелесть? Спасибо, любимый мой. Красота, да? Очень. Прям красота. Коллекцию мою. Чтобы сияло. Только уже с бриллиантами. Да. Это уже с бриллиантами. Да. Шоу, да? Спасибо, любимый. Чтобы сияло такая красивая дома. Ай, я сейчас буду на ручку надевать. Мой первый, это еще давай, не все. Вот это открывай. Вот это? Да. Еще вот это у нас. Вот такие. Вот такой комплект еще. А еще здесь открывай. Вот, это комплектом вот так вот, такая красота. О, боже мой, это просто... Это просто... Тебе нравится? Это просто шикарно. Это... Чтоб сияло, чтобы сияло вот так вот красивая такая девочка. У меня нет слов. Есть еще квартирка. Это очень красиво, это очень красиво. Это очень красиво. У меня тоже есть для тебя подарочек. Какой? Лучший твой подарочек. Это я. Опять кофта? Нет. От другого цвета? Нет. Сейчас увидишь. А вот моему любимому. Такой браслет с бриллиантами. К Роликсом. Роли на руке. Роли на руке и знак бесконечности. Наш знак. Да. Наш знак. Мне очень понравился тебе. И мне. С просьбой. Воздушное облако из... настоящего пармезана, можно назвать пармезановой водой, артишоки, это считается цветом. Сверху обжаренные хрустящие цветы цукини, небольшое количество спаржи и нежное мясо. И он правильно делает, это прям нужно есть. Да, просто да, кушаешь. Есть. Конечно, да. Но у нас просто тут не ужин, я не знаю, ты... Я не знаю, как назвать то, что происходит это сегодня. Классическое, с легкой ноткой энтузиазма и благополучия, астрономический сад. И еще нам принесли бокальчик красного вина. И тут такие вот стоят подарочки наши. Ой, ну просто. Спасибо вам огромное, шикарный вечер. И у нас, в принципе, это вот, это мороженое. Пломбир, пористое мороженое. Вы понимаете? Оно практически просвечивает. Сколько лет живу, я такое вижу в первой жизни. Это вообще нужно обязательно пробовать. Это мороженое? Да. Спасибо вам большое. Из рисового теста. О. Внутри моченый виноград. Просто обалдеть. Спирки, гель алоэ. Его прям нужно кусать сразу половину. То есть прям посередине брать его, он прям так сильный. Офигенно. Если вы не ужинали у Ильи, значит, вы вообще никогда это не ели, потому что божественно. Лучше вообще просто шеф-повар. Спасибо вам огромное еще раз отдельно. Спасибо большое. Так, я хочу это снять, потому что... Сверху берешь. Сверху? Угу. И вот так кусаешь? Половину, да. Так, сверху? Да, сверху. Это очень вкусно. Это самый просто... вкусный десерт, который я ел, клянусь. Как это? Блядь, это просто не передать словами. Только что ты сказал по-другому, но нельзя ругаться матом. Просто нереально. Мы в шоке. Покидаться звать не стоит.